Здорово, мы продолжаем проходить Ninja Gaiden Sigma. У нас на очереди 14 глава за Рэйчел. И осталось совсем чуть-чуть до финала, который, наверное, вроде как должен быть очень сложный финал. Ну, я так предполагаю. В предыдущей главе, победив черного самурая, выяснилось, что наш дядя из пролога Мурай оказался предателем и обманщиком, и именно он завладел катаной, какой-то демонической катаной, да? И теперь мы будем его, я так понимаю, искать, Рю, выслеживать. А у нас последняя глава за Рэйчел. Куда идти? Непонятно. Ну, по всей видимости... Кстати, да, не представляю даже, куда нам идти за Рэйчел. Ну, по всей видимости. Враги. Видимость куда-то сюда. Отлично, собираем потихоньку хилочки. Наверное, на него никак не забраться, да? А что тут светится? Интересное такое. Погодите. Отлично. Это телепорт, что ли? Я, кстати, к этим каменной штуке подходил уже за Арию и недоумевал, зачем они нужны. Кстати, вот здесь вот вроде бы второй раз я их увидел, да? Я начинаю куда сейчас примерно идти. А нет, это первое место было, где мы нашли данные каменные штуки, которые были неактивны, как вы помните, во второй главе, да, это была вторая вроде бы, или третья глава, вторая глава была, второй чаптер. Теперь понятно, зачем они нужны, в принципе, выяснили. Муромаса, а кстати, у нас интересно, у нас, смотрите, господи, как же называются эти желтые штуки? эссенция желтая, да, у нас, по всей видимости, разная. Хаммер не качается. Но можно прикупить. Вот такой вот. Увеличивая силу аксессуар, да? Сережки солнца, если так я неправильно называю. И засейвимся. У Рю, кстати, такие же есть, только у Рю это браслет на руку. Вот. Пел. Блин.
Я только от врагов. Дойдем. Надо разыграться. Однозначно. Ёп. Ой, я просос, не чувак. Хорошее начало, я... Да, без полета ласточки техники Рю, быстрого сокращения между врагами. За Рэйчел игра, конечно, тяжелее. Да. Твою. Ни хрена не видит. Ребята. Хорош. Ха-ха-ха.
успел. Неплохо. Неплохое такое начало. Я почти все хилки просрал. Это мы все ради хайрстайла, да? Ну, кстати, она так лучше стала выглядеть. Интересно, что там у нас за другой парик. Кстати, у нас... Давайте, наверное, возьмем еще. Еще мы возьмем... На всякий случай. И засейвимся. Да, к сожалению, один парик я пропустил, как я вам уже говорил. И, кстати, в предыдущей главе... Ой, нет, не в предыдущей, в 12-й. В 12-й вроде главе. А мы еще одну скорбе пропустили. Вот. Интересно. Дверь у нас почему-то закрыта. А, вот так вот просто, да, можно было выполнить. И, кстати, вот здесь можно было, стреляя из лука, выбить эссенцию разного цвета, попадая в цель. Музыка.
Так кого? Для нее, конечно, эти враги, они очень имбовы, так как они их убивают, было вообще 15. Почему-то у нас не работает. Долгая, потому что он заречил все главы не очень долгие. Так, предлагаю сразу заюзать итем. Прикольный враг, конечно. Ничего тут не скажешь. Так, это кто такой? Систер. Ой-ой-ой. И не только систер. Блядь, ребята. Я хотя бы чуть-чуть урона нанесу кому-нибудь. Так, это было. Блядь, это вообще unreal, блядь. Чё за отстой?
То есть это по-любому, да, мы бы должны были прососать. Понятно, то есть, ну, окей. Ну ладно. Интересная битва, как там можно было выжить? Рэйчел не такая быстрая, как Рю. Каверна. Китэцу. Китэцу. Что за меч? Китэцу. Раздваивается. Интересный меч. Но мы пока возьмем один спорт. И попробуем. Засейвиться. Кстати, вспомнить бы, как мы сюда попали. Блин, это можно назад, да, вернуться, по идее. Или нет? Потом переться обратно, блин, это долго будет. Ладно, забиваем болт на Скоробея. Я не хочу просто назад возвращаться, сильно очень далеко получается. По идее, я так смотрю, можно вернуться. Но это будет долго, это будет еще где-то, блин, минут 40, наверное, туда-сюда. Беготни чисто такой. Ну, получается, два Скоробея мы уже точно не возьмем, не найдем. И это будет у нас, не знаю сколько. Мурмаш, сейчас идем, узнаем, сколько у нас, в общем, Скоробей получается. Здесь какие-то двери имеются. Кстати, наверное, мы сейчас прокачаем. Может быть и нет. Я не знаю, какой нимпу прокачать. Вот, я думаю, что, наверное, вот этот нимпу прокачать, потому что она... Хотя... Надо воспользоваться, посмотреть, как она работает. Потому что у нас есть шары для прокачки. Я не понял, это у нас получается, по идее, на предыдущей локации, да, остановились? На битве, на арене с боссом. Остановились какие-то плиты. Да, верно я понимаю? Верно, и смотрите, там у нас есть Скоробей. Ой, ты не то сделал, чувак. Ну
что? Надо что-нибудь другое брать. Может, Егорский сет зайдет. Так, минус 2. А, хотел инсценцию забрать. И затупил. Так, давайте следите. Сколько их здесь? Так, ладно, давайте нить подаю за похоронку. Примерно на юзерс. Блять, вообще ничего не видно. Как он хорош ушел, а, от атаки.
один умер. Здесь, по всей видимости, надо. О, отлично. Рю почему-то не стреляет. Зачем, не понимаю. Так, им вообще насрать. Приколы. Сейф зона вообще. Какая у нас тут сейф зона обнаружилась. Так. Кстати, к сожалению, его не качал. Он на них не действует. Егорский сет лучше был. Смотрите, сейф зона вообще, а? Прикольно.
Так, аккуратненько. Сколько их надо тут убить? 26 только убил. Может 50? Может 30? Нет, что-то до хрена все равно. Нам нужно дать что-то полезное, надеюсь. Ну, давай, камон, камон. Щуки перестали с них падать. Так, оп, чувак, сорян, ты какого хера, это же сейф-зон. Я же здесь возгасил, никто меня не мог достать. Так, походу все, это больше не сейф-зона. Да. Валите нахрен. Фак. Вот ты сюда. Так, опять стоим сюда. Ждем, двое уходят, стукаются башкой. А я заряжаю пока ведорский сет. Плохо. Не, сейф-зона работает еще. Поближе подойти. Надо камень вроде бы надо достать. Еще чуть-чуть поближе.
40-40 надо было убить, по всей видимости. Окей, это был челлендж, да? Что мне за него дадут? Так, что-то дали, как туда добраться? Интересно. Да господи, Рю, ну давай, камера, сделай. Так, что это? А, я уже подумал, большую хилку мне дали, нифига. Нифига, у нас там что-то еще есть. А как туда добраться, уже непонятно. Ого, у нас там еще скоробей, целых два скоробея здесь лежат. Ну, допустим, вот затем я знаю примерно, как забраться. Вот этим скоробеем. Это вот так мы сделаем. Один собрат. Вылез до хрена всего интересного. Так. Здесь интересно сейчас, как забираться туда. Я не знаю, что он творит. Да... Так, надо камеру вставлять. Явно. Прямо. Спасибо. Так, здесь, по всей видимости, так не получится пробежаться, потому что далеко. Попробую с нижней платформы. Вот отсюда его пробежаться. Да. Fuck you, Рю, блин. Пожалуйста, только не беги. Спасибо. Так, нахрен мне не нужная штука. Ладно, мы ее все равно возьмем. Я особо-то не пользуюсь, и мне не понравилось. Нимпл, вот это вот вообще отстойный, так что, наверное, это туда инферно. Так, здесь у нас что? Жизнь богов. А у нас их всего две штуки, а нет, должно быть три вроде бы, нет? Два талисмана перерождения. Так, и аккуратненько сходим за скоробеем. Воу, вот эта штука вот нужная очень. Жизнь тысячи богов. Ну то, на что я рассчитывал как раз. Отлично, и скоробей. Перфект. Превосходно вообще. Мне нравится. Теперь осталось только засейвиться.
там у вас ничего интересного нету? Вроде бы нет. Ладно, все, двигаемся далее. Тихо сильно. Ой, кстати, мне бы Муромасу сейчас. Сколько вас тут, а? Ребят. Блин. Да ебки, я повернулся. Супер. Превосходно просто. Так, очередной дневник. Я думаю, нам нужно сосредоточиться. Все-таки. Тысячи богов, так просто на полу не валяется. Уже вторая на этом уровне. Однозначно сейф. Я очкую дальше идти, у меня хила так уж много. Надо купить маленькие хилки. Кстати, а я знаю, где Муромаса у нас тут. Там можно было проплыть, и Муромаса был как раз. Неподалеку, возле лифта. Как раз он был.
А, тем более у нас же есть этот. Ой-ой-ой. Так, Муромаса. Держик скоробеев 41 штука. Кстати. Амулет фортуны. 41 штука, то есть получается мы не соберем только... Мы соберем 48 скоробеев, если я все правильно посчитал. А доку можно? Давай прокачаем штуку. У него убойная сила хорошая, насколько мне известно. И еще раз этот меч. Получилось, но так получилось. Ну ладно, хилками обновились, по крайней мере. Так, надо, кстати, эту штуку убрать нафиг. Пистолет и взять нормальные сюрикены. И давайте попробуем, кстати, это вот оружие, которое я только что прокачал. Нет. Китэцу. Прикольный меч. Карты у нас нету. Окей. Okay.
А чё это ты развернутый? А все вы нет. Я думаю, мы не собираем до конца. Хотя шанс велик. Нам нужно там 3 штуки, да, остается. Жизнь богов для прокачки. Да, 3 штуки, мне кажется, не найдем мы до конца, хотя, в принципе, у нас еще 4 главы, включая эту. Стоять. Есть ли что-то внизу? Я по всей видимости там же вынырнул. Я нырял. Я вроде бы и нет. Забываем на этого врага, вот, что у него такая фишка есть. Если он неплохо отъезжает. Урю. Соберем. Вроде бы ничего.
сейвов предостаточно в игре. Это радует. И даже на хард, то есть на мастер линзе, их столько же количества. То есть количество сейвов даже не уменьшается. Нам нужно что-то, чтобы открыть ее. Классный меч, мне он однозначно нравится. Можно подняться наверх. Можно подняться наверх? Можно. Со смыслом, да? Погоди-ка. Так, может хаммер? Ее разбить можно. Нет. И зачем тогда нам этот подъем? Только если... Только если вот сюда забежать. Ага. Понял. Понял, принял. Так, это как нам бежать? Нам бежать вот, наверное, вот с этой стороны. Нет, или вот отсюда. Там однозначно скоробей лежит. Как его забрать? Да? Я не видел. Нет, там в городе меня нету. Так, еще раз пробую, если не получится, то забьем просто написано на это место. Здесь, видимо, нам нужно что-то какое-то огненное оружие, чтобы растопить. Нет, он не прыгает. Он не дает мне покоя, не дает. Thank you.
конечно, можно. Вот. Так, зато мы нашли такую штуку. Ну ясно, сюда будем возвращаться. Очевидно. Очевидно, но факт. А если с этой стороны побежать и отпрыгнуть вон от того камня? Нет. Так, сейвимся, вставляем. Кстати, амулет фортуны, который нам дал Мурамаса. Он наверху был. Увеличивает мощность ки. Силу строения двух слонов. Без понятия, силу ки. Табличка одна. Дверь не открывается, потому что если ей по ней ударить чем-нибудь тяжелым, она откроется. Я же заблокировал, алло. Huh!
Боюсь за него. Не по той стороне побежал просто. Прыгнем, потом сюда не допрыгнем. Ну ладно, попробуем. Have you been eating the rice balls I sent you? Не знаю, зачем она спрашивает. Она спрашивает, ел я рисовые шарики, которые она посылала мне. Ну да. Однозначно я их ел. А что в глаза вставить? Понятно. Даже с них можно выкачивать энергию. Прикольно. Что это нам дает? Это временно? Или это будет тонуть? Понял, не тратим время. Надо просто пробежать, наверное, быстренько, да? И все. Так. Я не понимаю, зачем мне вот сюда вот убивать его? И я успею, интересно, пробежаться.
наверх. Или мне предлагают вон там по стене пробежаться и отпрыгнуть. Сложно все это. Я думаю, понял примерно. Немножко промазал, но ладно. Держи скоробейчиков еще одну. Так, и мне нужны. Ты не поверишь, мне нужны хилки, блин. Вот. Что я вообще просасываю здесь? Потому что не знаю, что делать. Так, я, наверное, думаю, можно быть их стрелами бахнуть. Взрывающийся. Чего-то у нас нету до сих пор. Да подходите уже, господи. Вроде бы 43-й скоробей.
замечательно. Против. Но не запад совсем. Ого, мы знаем, что это за место. С другой стороны, мы были как раз. Холодный ветер дует из трещины в стене. В чем проблема? На другой стороне, в общем, ячейка была заполнена железом. Просто то, что нам нужно. И тут, по всей видимости, у нас все. А тут мы воду допустим или как? А сюда будут ледяную, да, ставить? Окей. Подожди, ледяную она растает же? Не знаю, ну ладно, посмотрим. Тоже металл польется. Хорошо. Кстати, вот здесь, может, что-то есть интересное, не зря же мы. А, тут был шест, смотрите, можно было шеста перепрыгнуть. Кто бы знал? Я не знал. Так, хорошо. Очки ночи выйдут. За ногу, как здесь проходить это? Господи, ад. Телепорт, кстати. Так, если не ошибаюсь, нам вниз, да? Долгие главы.
это классно, когда под конец долгие главы, я считаю. Интересно. Интересно. А тут у нас дырка была всегда эта? Нет, ее не было. У нас здесь все растаяло, смотрите. Там все-таки как-то можно, видимо, забраться. Так, мне две дороги. И одна к боссу. Это плохо. Или хорошо, не знаю. Так, я понял, что он прикол. Минус. Так, у нас один глаз есть. Хорошо. Кстати, какого хрена я со стрелами до сих пор бегаю? Что за дверь? Как мне туда попасть-то? А если я вот тут спущусь, вот так вот, нет, спущусь, отлично, ну давайте, замечательно. Ничего не теряем. Вроде бы нет. А, ну все, понял, понял. Понял, принял. Ну просто сразу от палки туда попасть. Коли это выход. Недолгое отсутствие скоробеев меня смущает немножко. А, вот, кстати, вот здесь я вроде бы... Угу. Я там был. Так, непонятно. Ну, тогда, наверное, нам на выход.
Ты думаешь, здесь будет еще второй босс? По всей видимости, нету. Хорошо. Ну, засейвимся, в всякий случай. Коль дают. Окей. Так, главное сейчас здесь не просрать хилки. Так, туда как нужно добежать? Тут по этой стене. Блять. Не просрать хилки. Нужно потупить. Окей. Ну, я так понимаю, нам нужно ставить глаз. Так, и что это нам дает? А ничего это нам не дает. Почему это нам ничего не дает? А потому что я дурак, да? Я забыл воткнуть шестерню. Забыл воткнуть шестерню. Смотрел на нее. И все. Так. Ну ладно. Самое главное, зачем шел, блин? Воткнуть шестерню. Не, а, подожди, не, зачем его втыкать? Я же ее забрал отлитую. Она же отлилась. Кстати, тебе еще один скоробей зайдет, и ты мне отдашь все, что у тебя есть. Почти все. И надо будет посмотреть, кстати, что дают за максимальное количество скоробей. Давайте сразу это сделаю. Так. Я что-то не могу найти. Хм-х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 м
сюда ничего не могу найти почему-то. Странно. Ну, не важно, в общем, я посмотрю потом. Как-нибудь загляну в список. Ага. Здрасте. Минус одна. Минус вторая. Не получилось, ну ладно. Второй глаз, хорошо. Я проверил. Мне показалось, что можно запрыгнуть туда, вовнутрь. Показалось, что нет. Долгая глава. Блин, я долго прохожу такие. Хорошо. И последний глаз. Open. Open the door. Safe. Safe. Какая же... Ого, блин, здесь дракон. Круто, круто. Как его бить? Походу его никак не бить, да? Что у меня ваншотнул сразу. Я еще предположу, что может быть вот так можно это делать. Так, ну мы сейчас сольемся, в любом случае. Yeah.
Потому что, блин, господи, два талисмана просрай сразу же на боссе. Это, конечно, печально. Я думаю, оставлю на финальное сражение там. Но не так, чтобы прям на каком-то сраном драконе слиться. Да-да-да-да, окей. Так, мы сразу возьмем сейчас этот. Наверное, нимпа цепанем какой-нибудь. Я не знаю, посмотрим сейчас эти. Гоу, короче, Мурамаса мне хилки. А, подождите, стоять. Давайте зацепимся. Коль хилки купил я. А, невозможно, кстати, он меня убил, потому что у меня было неполное ХП. Как вариант. И, кстати, да, давайте так сделаем. Очень. Ну давай. Убейте меня уже. Надо попробовать нимпа сразу на нем заюзать. Так быстрее. Замечательно, давай. Загружай. На самом деле я бы просто вышел бы и зашел, но, блин, опять загружать игру. То есть нету в самой игре выхода в главное меню. Отсутствует возможность, поэтому не хочу закрывать игру и опять не запускать ее. Поэтому, наверное, быстрее будет умереть просто вот так вот. Так. Иди ты. Пойду, блин. Арена простая, в принципе. Две кнопки. Я так-то ему пол хп снес. Больше тут ничего нет. Ладно.
Минус. Ну, изи. Можно, мне кажется, вообще без урона пройти. Минус 15 глава. И остается 3 головы, 16, 17, 18. Отлично, отлично. И сейф, и на этом моменте мы заканчиваем сегодняшнее прохождение Ninja Gaiden Sigma. Увидимся в следующий раз. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой Twitch канал. Не пропускайте трансляции. Пока.